Всем привет. Опять начал вести трансляцию. Вчера, гуляя по парку, решил вести трансляцию через наушники. Взял у сына наушники с микрофоном, подключил, увел трансляцию порядка 38 минут. А толку было ноль, потому что у меня там микрофон как таковой не сработал. И получается, все 38 минут, то, что ходил, гулял, вел трансляцию, все было впустую. Все зрители смотрели, видели только картинку парка, где я гуляю. А диалог у нас не получался, потому что с моей стороны была тишина. Конечно, если бы вчера микрофон работал, вариант, что диалог пошел бы в полной мере. Но сейчас гуляю в Химках по парку, по одному из двух парков нашего города, именно Новых Химок. Химок, которые относятся к старым и новым Химкам. Конечно, сейчас тут хожу по спецплощадке, мешаю людям заниматься спортом. Но с другой стороны, ходить в принципе больше на этом участке негде, когда спит ребенок, потому что сейчас в доме пионеров, если кто старшее поколение смотрит, знает, живший в советское время. Сейчас, секунду. Сам пошел вот с этим карапузом. Кстати, это у меня третий. Старшему 13. Ну, мы сейчас идем по краю парка. Вот этому карапузу 7 месяцев, 8, 7,5, можно сказать. Просто там за беседкой находится дом пионеров, пускают самолеты, авиамоделисты. Кстати, что вот этот фонтан пару лет назад поставили. Вот этот памятник времен земляка московского ополчения 812 года тоже недавно поставили. Кстати, с Химками я познакомился где-то, как бы не соврать, в 97 году. Но такое, честно говоря, говно было, а не город. Парк заброшенный, сам город заброшенный. Потом мэр сменили мэра. Тот, который был, уехал в Испанию, купил себе футбольную команду с молодежного дивизиона. Сейчас, правда, не знаю, осталась ли у него эта команда. Но сам факт того. И пришел военный. Громов поставил, это тогда губернатор области, поставил своего человека, и пошла красота. Облагораживать город начали, парк облагородили, на центральных аллеях выстелили все тротуарной плиткой. Кстати, в прошлом году запустили в этот парк 5 белок, и причем белки реально до сих пор живы. Хоть у нас получается как, в Химках один парк на станции находится, центральный, ну как, считается центральным парком города. На берегу канала имени Москвы
Ну, конечно, там реально благородие, там вообще шикарно все сделано, там и дом культуры, и контактный зоопарк, детям раздолье. Очень много чего интересного. Здесь же, это второй парк города с этой стороны, канала имени Москвы. Так. Сейчас главное, чтобы не разбудила девчушка. Этот, короче, парк второй с этой стороны города. Их с этой стороны два парка всего в Химках. Дети, там, родители с детьми гуляют, отдыхают. Кстати, там дальше детская площадка. Сейчас подойдем. Кстати, если увижу белку, отсниму. Тоже интересно наблюдать за животными. Кстати, народ, кто откуда, есть не секрет. Просто сейчас, насколько я вижу, 10 человек смотрят. А кто смотрит, откуда смотрят, тоже интересно. Наверняка много, ну, много-немного, но иностранцы смотрят. Наверняка. А те, кто русскоязычные, можно познакомиться, поговорить. А то сам повести трансляцию могу только вот так вот, гуляя с ребенком. Вчера, позавчера со старшим сыном выходили прогуляться, но он ходил именно покидать мячик. Занимается баскетболом с сентября месяца. Выходил покидать мячик, ну, потренироваться, пока каникулы. И мне приходилось вести трансляцию с его телефона на его канал перископовский. И также передавать все сообщения, то, что зрители писали. Опять же, сейчас что-то говорю, пытаюсь что-то вытащить, высосать из пальца. А так тематику давайте хотя бы чуть-чуть пообщаться. Специально сейчас не переключаю камеру на свое лицо, потому что народ сразу слетит отсюда, с моей трансляции. Кстати, вот здесь вот в основном, с этой кормушки кормятся белки. Правда, сейчас кормушка вроде как пустая. Так надо было хотя бы пару орехов взять или покормить белок. Детская площадка офигенная. То, что здесь, спасибо администрации города, то, что отстроили эту площадку. Помню, когда гулял здесь по парку со старшим сыном, эта площадка вообще бредовая была. Пару горок советского образца, пару песочниц. Сейчас, ну, конечно, начали сдавать в аренду некоторые места парка, как то вот этот батут, место под этот батут начали сдавать. Ну, хоть детям есть где развлечься. Так, сейчас. Просто если бы
У меня сын или дочка сейчас вели бы трансляцию. Они бы тут облазили бы полностью. Все бы рассказали, показали. Ну, а так, конечно, прикольно, красиво все сделано. Полностью для детей. Начиная от такой маленькой горочки для совсем маленьких, и там большая. Так, ну, куча магазинов, ну не куча, пара магазинчиков. Есть что, водички попить. Также подвесные мосты, аттракционы для не очень больших относительно детей. И вот эта вот площадочка небольшая. Там подальше. Там аттракцион выше. Сантиметров. Ну тут какой сантиметров? Метра 3,5 высоты подвесной мост. Значит, у меня что сын, что дочка по ней по разу пролазили. Ну, конечно, жуть было. Также впервые увидел дятла, который дерево он обстукал. Вот сейчас Мария Антонова, привет. Значит, всем привет, кто сейчас сидит у меня на моей трансляции. Правда, трансляция такая аховая получается, потому что идем монологом. Это все, о чем говорить, фиг его знает. Получается, я показываю только парк. Кстати, рассказывали, что соседи, которые живут уже тут давно, мой дом стоял тут практически один, а парк этот был не парком, а реально лесом. Люди сюда ходили грибы собирать. Кстати, вот это дерево, которое стоит согнутое, его завалило позавчера, в ночь, с позавчера на вчера, когда штормовой фронт проходил. Ну, в общем, как-то вот так вот. Ладно. Всем пока-пока. Спасибо, что смотрели. Будем с вами прощаться.